Друзья, всем привет, с вами Пират, и мы продолжаем играть в Overlord. Давайте посмотрим, что у нас дальше за квестики есть. Все задания: найти способ захватить бездну спелых холмов, это там, где похоже на ад. Нам туда еще, наверное, рано. Так, узнать, что еще за таинственная госпожа, что разрушила замок Утёж. Надо найти вход в эльфийский лес, вот в эльфийский лес можно сходить. Нужно спуститься в бездну спелых холмов, и башне нужна госпожа. Ну ладно, куда мы можем тут вернуться? Нажимаем так. Бездна спелых холмов. А зачем мне туда спускаться? Вот мы можем сюда спуститься. Ну давай попробуем. Мы можем сюда спуститься по квесту, и есть туда телепорт. Давай-ка спустимся. Да, это вот этого, вот эта хрень, которая везде все пылает, все горит. Наверное. Ну давай вызовем наших прихвостней, да? Побегаем тут. Ну, по-моему. Нет, не здесь рано, серьезно. Нам нужно идти в деревню Кутёж. Ныряйте назад. Так, телепортируемся в башню. Вы можете писать в комментариях, какие квесты мне нужно дальше проходить, потому что в игру я не играл, можете, в принципе, подсказывать. Вот по этому поводу можно, типа, следующий квест сделать то-то. Потому что я немножко здесь не ориентируюсь. Если бы я играл, так сказать, не на запись, то, в принципе, не беда. А на запись я могу... много тупить, из-за этого видео будут долгими, да? Так, ладно, давай-ка мы вызовем... ну, пятерых, наверное, хватит. Ой, ой-ой-ой, стой, я чуть их не отправил. Блин, они уже пошли вон палить все. Они уже овечек уничтожают. Давай-ка мы их заберем. И вот этих овечек заберем. И вот этих всех овечек тоже заберем. Как же мне вот по темпу атаковать-то? Да, не могу я туда добраться. Ну ладно. За мной. Собирайте все. Мы пойдем попробуем отправиться либо же в темный лес. Либо же... что тут еще есть? А, ну там госпожа, вот тоже там есть переход такой, нужны огненные, тоже были прихвостни нам. В общем, сейчас куда-то отправимся. В темный лес, чтобы нам пройти. Тут карты же нет. Вот карты нету, это вообще проблема. Сейчас немножко поблукаем, тут поблуждаем. Я думаю, что найдем то, куда нам нужно. Так, дальше нам точно не нужно, нам нужно зайти сюда. И вот налево там, и дальше. Главное не выйти к полуросликам, потому что мы у них уже были. Нам у них делать нечего. Да, вот, где-то здесь. Вот тут горит у нас дом. И вот так вот. Вот этот темный лес, и вот здесь вот должно тоже что-то гореть. И для этого нам нужны были те самые красные прихвостни. Во! А что, вы не можете туда пройти, чтобы потушить это? Красные. Да, красные. Во, они съедают огонь. Все. Давай. Все, съели. Красавцы. Опа, нас куда-то перекинуло. Значит, все правильно, я иду. Да, они же просто съедают этот огонь, собственно. Хозяин, барин. А как бы... А, все, да. Ночной лес ждет. Столетие некогда было наполнено магией эльфов. Животные и растения жили в гармонии под сенью листьев и на берегах светлых прудов. Теперь тут сыро, темно и страшно. И мне нравится, как они преобразили свой лес. Так, давай собираем тут все, что можно. И почему телепорты закрываются? Вот, игра сохранена, это хорошо. Вот мы телепорт открыли, собственно, в темный лес.
красные и зеленые штуковины. Ну, нам нужно, наверное, просто, так сказать, пошариться. О, единорог. Это самое чистое существо, да? Ступает по нашим некогда цветущим землям. Так, давай-ка мы их сразу убивать не будем, сначала поздороваемся. Что за чудище спящий породил своими снами? Поистине Оберон безумен. Эльфы, даже мертвые могут телепатически общаться с волшебными созданиями. Это у них от лени. Пусть же докажет, что он не ночной кошмар воплотит. Если ты рожден на земле, а не в сознании чужом, отыщи от народных лошадей. Некогда не умели исцелять болезни, но теперь лишь алкают крови живых существ. Всех живых существ. Крови! Крови! Ура! Избавьте их от страданий и возвращайтесь. Лишь тогда мы поведаем вам о несчастьях Темнолесья. Так, это что мне нужно с этими? Нужно убить однорогих чудовищ. А, мне их нужно и так убить. Я как сейчас Волан-де-Морт, да? Никчемные пони-переростки. Эльфов я презираю, но кровавых единорогов просто ненавижу. Или же не так они просты? Лошадка, хочу кататься. Давай, в атаку. Огонь! Давай я помогу, что ли. Их, интересно, много будет или нет? Ну, в принципе, у нас бурые только страдают, так что не страшно. Так, тут можно что-то было повернуть, по-моему. Если ваше темнейшество пойдет в воду, слуги не смогут пойти следом. То есть, они пойдут. Но при этом утонут самым занятным образом. Ну, за мной. Можно найти для них мост. Да вон мост есть, они просто дебилы. Так, а мне их тут... Блин, тут рядом единорог. Так, а ну через мост пошли, назад. Ну, они просто дебилы, они за мной идут. Давай, сюда. Сейчас нужно пойти набрать еще прихвостней. Да, потому что... Так, лошадь за нами там не бежит. Вы даровали свободу одному, но другой еще бьется в оковах страданий. Да я понял. Вы даровали свободу одному, но другой еще бьется в оковах страданий. Так, мне надо сначала красных вызвать. Красных вообще нет, ё-моё. Не-не-не, назад, вы нервные. И вот этих еще добить. А тут мы перейти не можем? Можем, да? Не, хрен там. Вот я еще раз спрошу, возможно, ответите, как на клавиатуре включить режим управления, когда я перехожу и могу прихвостнями именно бегать, то есть и отправлять их. Пробелом бьет. Ой, не хотел я. Так, это ставит метку. Да, господин. Метку на Q. R, T, F. F это сразу центрирует камеру. V. Ну, можно, конечно, поискать как бы перебором всех клавиш, но не особо охота. Не идите за мной в воду. Во, атака. А вот так вот вы можете его реально атаковать? Ладно. Давай, за мной. Я сейчас ударю тебя. Напасть. Закидать. Блин, кто пошел крутить? Давай, понеслась. Одного пока что только убили. Давай, подможем. Второго убили. Да,
Так, собирайте все, вы как-то дико хреново работаете. Это... О! Адское заклятие. Домой. Домой, адское заклятие. А ну сейчас попробуем вот сюда вот и крутите. Что это вы тут поднимете такого? Да, во, мост, отлично. То, что нужно. Относите домой. Заодно сейчас доберем еще прихвостней. Не-не-не. Блин, вот в атаку одну кнопку надо нажимать, а чтобы их отправить назад в свою нору, другую. Ну, вернее, одну и ту же. Из-за этого... Давай, за мной. Гнева плеснет прихвостнем скипидарчику под хвост и улучшит их здоровье и броню. Отлично. Так, а у нас вон вход есть какой-то. Давай с ними поговорим. О, чудовища побеждены. Увы, это лишь тонкий лучик света в нашем царстве мрака. Слушайте лес. Его печаль многое расскажет вам. Все? Так, разбить. Так, собирайте все, что... Ух ты! Смотри, какая хреновина. Ой, убить вот этих всех. Вы что, офигели? Стреляйте. Так, добить. Чё он бегает? Какие-то крысы. О, тут еще есть. Давайте, разбирайтесь со всеми. Все равно, что возить ветер, листья на деревьях и небесных птиц. Он находится повсюду. Какие-то следователи спящего. Спящий-то, я помню, был в готике такой. А, это вон. Эльф, да? Нам тут рассказывают. Ну ладно, пойдемте по дороге дальше. Некогда Аберон Туманный шагал по землям, не сверкая. Сейчас будем смотреть кино, походу. Но, вернувшись, наш герой утратил вкус к сражениям. Когда пришли гномы-захватчики, он уже не смог поднять оружие. Меч Аберона заржавел, ослабла тетива лука, и ничто не могло пробудить воителя ото сна. И выросло это дерево, укутав его своими ветвями. Так и появился спящий. А, спящий — это Аберон в дереве, да? Убить Аберона? Вы серьезно? Не касайтесь этих цветов, повелитель. Сначала нужно найти прихвостней, которые не боятся яда. Ну вот, опять нужно прихвостней искать. Только они смогут истребить ядовитую поросль. Аберон придал форму своим худшим снам. Ужас. Они изгнали захватчиков. Так, ну пойдемте пока шариться. О, Аберон. Сердце какое-то. Красивый имечко. Этот эльф обзавелся неплохим щитом, повелитель. Дома ему и корни помогают. Сейчас мы эти корни поразрушаем. Или я зря это сделал? Мне кажется, что нужно вот эти вот все штуковины разрушить. Что происходит? Дерево! Дерево вздрагивает. Щит слабеет, повелитель. Нужно перерубить остальные корни. Да, 6 корней. Офигеть. Не сомневаюсь, в землях гномов навалом трофеев той войны. Нам нужно прорубить туда дорогу. Давай, как попасть в земли гномов? Новый квест у нас появился. Так, ну пойдемте искать. Можно разбить эти корни. Зеленые прихвостни. Нам повезло. Они не боятся ядовитых растений леса. Нужно скорее отыскать их логово. Где-то, значит, есть тут у нас зеленые прихвостни. Отлично. Стой, куда ты? Ну куда ты ныряешь? Не смей. Вот и зеленые прихвостни, наверное. Да? Нет, это не зеленые. Это обыкновенные. Ладно, пока что тут
Поблуждаем. Вот, они прихвостен прыгают, они ждут уже меня. Но туда нужно еще добраться. Так. Что за... Ядовитые бобы – деликатес. Только подавать их нужно с желчью. Конечно, они смертельно ядовиты. И это значит, что таким блюдом можно мило отравить целую толпу. Так, удержите shift, да, чтобы указать. Сюда, 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 сейчас мы их отравим. Сейчас посмотрим. Фигня какая-то. В атаку. Давай, развалить вот этих шаманов дебильных. Я не могу до них пройти. Все, домой. Несите мне ману или что вы там несете, да? А ну, отойдите отсюда. Дайте я зайду. А, мы не можем сюда пройти, да. Так, тут нам тоже делать нечего. Как-то нужно обойти, получается. Вон нас уже прихвости ждут. Как раз есть и вон корни разрушить. Так, придется немножко кругом, наверное, тут надавать. Вот так. Это красных, да, тут можно вызвать? Красные что-то и не пополняются, прихвостни. Так, домой. Домой, 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 нефиг тут. Так, здесь мы разрушили один вид корней. Нужно вернуться, там видно, я видел вход почти в самом начале. Может, через него. Где-то тут был проход. В правую сторону нужно было идти. Сейчас от нас, получается, он должен быть влево. Да, вот перед этими двумя штрихами, когда мы относили бошку прихвостней, да, для того, чтобы их улучшить. Вот оно. Да, вот сюда вот был проход. А ну, развалить, что это за фигня? Растет здесь. Ну и как мне тут прикрутить? Нужно сделать по-любому мост. Так, я чего-то либо не понимаю, либо я просто не могу до сих пор найти этих зеленых прихвостней. Как, рудник, да, или как он там называется. Типа он должен уже был найтись, чтобы он прошел через те зеленые хрени и мне обойти просто по мосту. Тут нигде нету его. Не пытайтесь пройти по этим цветам без помощи зеленых прихвостней. Так, еще и корни эти все мешаются. Так, а до той штуковины никак не добраться? Нет. Но пока что нет. Здесь ноль. Тут не пройти. А ну ж, стой. Стой, 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 стой. Сейчас они за мной пойдут и все утонут. Стойте здесь. А чё 14? Куда уже один побежал? А, там что-то разрушить можно было. Иди сюда, придурок. Так, ну ладно. Что это вылезло? Давай ману мне. Может, мне вот так вот просто пойти самому?
Так, ну здесь ничего нет. А как ты за мной прошел? Ты. Чертополох, блин. Красный, уре! На месте! Так, а ну, походу вы за мной можете ходить, да? Или нет? Так, ну либо ждите, либо как-то сюда пройдите. Так, вон еще... Ух ты, жаба какая-то. Так... Если честно, я чего-то не понимаю, твою мать. Ура, все! Все. А ну за мной. Вот теми я управлять не могу. Может, тут тотем нужно просто развалить, ё-моё. Так, а ну стой, не идите за мной. Я сейчас сам с ними расправлюсь. Да, вот мы им показали, как сюда пройти. Ё-моё, просто легчайшее. Все здесь? В атаку. В атаку просто. Сожрать их. Давай, вот этих оленей. Убить, убить, убить. Не-не-не-не-не. Все убили, да? Так, кого-то сделали сильнее. Ладно. Ну, пока что идем дальше. Хорошо, разобрался. Тут такие вот теперь мелкие нововведения, да? Что они типа за нами не идут. Мы вот так вот им показываем, куда бежать. И они вот просто пробегают. Потому что, во-первых, я не могу вызвать вот ту камеру, чтобы они... Убить. Я мог ними бегать, камера отдалялась, может, СКМ какой-то. Так, все собираем, чтобы мне сказали собирать все, потому что тогда наши прихвостни становятся сильнее. Так. А вот так, можем с ними посражаться? Их просто 8 человек стало. Либо же те убивают. Так, нам нужно пробежать лучше вперед. Где мы там можем вы... Не-не-не, за мной, за мной. Красных уже нету. Ну хотя бы вот этих мы вызываем. Так, сейчас вперед пройдем. Понеслась. Так, я вам тоже помогу. А чё я стою в стороне? Я вам двоих на себя взял. Хватит заколдовывать моих прихвостней, ты. Так, пойдем дальше. Ладно, туда не пойдем пока что. А то я привык, что они все за меня делают, я только ними управляю. Давай-ка мы... Вот шаманит. Они плохо, они их разбивают, уже 5 человек только осталось. Ну и вот мы пробрались до наших зеленых прихвостней. О, новая вещица? Обожаю обновки. Ну и новая вещица, да. Так, стоп. Давай-ка мы отсюда, получаемся, их уберем, сюда поставим, чтобы они прокрутили.
теперь взять, отнести. Не пойму, почему у нас не регенятся, не пополняются прихвостни. Может, что-то я не делаю в башне своей? Вот, огненных вообще нет. Давай, относите. Вы набрали маны. Маны больше стало, уже 4 ячеечки. Ну, лучше бы ХП больше стало. Ну, в принципе, теперь у нас и мост вот открыт. Нам нужны зеленые прихвостни. Они же где-то должны быть здесь. Давайте, разграбьте все нафиг. Опа. Пещерки. А, ну стоп, сейчас мы сходим до дружбанов. Не буду я упускать шанса, чтобы всех убить. Тут еще сейчас все пособираем. Я весь в мане, весь обмазан. Ну, а зачем туда проходить? А, там тоже что-то есть, видите? Давай, за мной. Так. Нет, не бегите сюда. А ну, вот, вот сюда вот. Вот так вот, да, вам нужно было вот так вот пробежать. Ой. Минус прихвостни мои. Блин, нужно было просто туда выстрелить. А, ну бывает. Блин, мешок с золотом. А, все, я вижу этот обход. Огромный просто. Вот ты не понимаешь, да, как пробежать? Ну вот ты только что там бежал, у нас вообще он один остался. Да, это вот так вот я могу, типа, зайти в воду, да, наверное? Да, мне можно зайти в воду, разгромить вот это. Так, а все равно это фиговина в воде. Ладно, сейчас мы ее заберем. Будем отстраивать потихоньку башню. У нас уже и ХП так подмоталось. Нас там неплохо продамажили. Нам по-любому надо будет в пещеру идти. Это 100%. Так, где тут? Блин. Почему здесь нету бега просто? Так, набрать прихвостней. За мной. Сейчас мы мешочек золотом заберем. Так, вам где-то нужно будет... А, чуть дальше. Вот здесь вам нужно будет пробежать. Так, нет, вот. Вот здесь вот, да, вот здесь вам нужно будет наверх. Они же не поймут, да, что? Куда вы ныряете, шакалы? А, даже я здесь могу... Даже я здесь могу бегать. Серьезно? А здесь не могу? Ну, а если я им отсюда? Дебилы сейчас в воду побегут. Так. Ладно. Сейчас мы попробуем их провести туда. Потому что я пройду туда вот так вот. Ну вы же не дебилы, вы обойдете. Вот один же пошел обходить. Неужели мне нужно именно показывать, что вот здесь вот проход есть? Почему это не адаптировано? Скажите, пожалуйста.
Власти оттуда, дебилы, 8 осталось. Но им по-любому там вокруг нужно делать, и это нужно делать с джойстика. Ладно, в следующей серии продолжим уже с джойстика. Отнесем вот эту штуковину домой, да? И отправимся в пещерку. Пещерку отправимся. Не забудьте, можете написать в комментариях. Не особо получается управление у меня этими прихвостями. Видите, они хреново лазят. Я же могу, типа... Не, ну он под себя ставит. Да. Ладно, ну мне с одной стороны лучше джойстиком, с другой стороны лучше на клавиатуре, потому что я вот так мышкой могу крутить, а на джойстике не работает. На джойстике почему-то это не работает. Ладно. Ребят, на этом у меня все. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки, оставлять свои комментарии. А с вами был Пират. И играйте только в хорошие игры.